Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Тортик, Пельмеха и Тоха, и сегодня мы снова играем в BMG Drive. Всем сладород! Привет, ребят! Ребят, сегодня у нас бимка, и сегодня у нас прыжки в длину. У нас сегодня есть вот такая просто огромнейшая рампа. Просто посмотрите, какая это, ребята, большая прямая. И в конце этой прямой у нас есть прыжок. И сегодня мы на тачках постараемся улететь как можно дальше и заработать как можно больше баллов. Здесь есть метры, которые отображают баллы, которые мы зарабатываем, если пересекаем эти буйки. А под водой даже есть еще дополнительные баллы. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. А мы начинаем спавн автомобилей прямо сейчас, пока вставайте все дружно рядом. И меняем автомобили, смотрим, кому что достанется. У меня это... Так, байк мы, разумеется, не считаем. Надо бы заменить его. Поехали на байке. Но у меня Панамера. О, какие диски. Там есть какой-то классный красный байк, который не падает. А, серьезно? Ладно, да. Потом протестирую. У меня такая Панамера, это старая первая GTS, горбатая Панамера, но обалденнейшие диски. Так, у Торта здесь получается у нас, это что? Это Калина, да, у Тохи Рэнч. 100 баллов. А у Пельмени аж тяжеленькая загружается. А, загружается. А у Тохи Дэвил Ема. А, это у Тохи Дэвил. Да. Вот это будет интересно. Ладно, Торт, будешь первый, стартуй, пока с тобой мы наблюдаем. Но, ребята, это будет битва легендарная. Да, как говорится. Особенно против Калины. Но, опять-таки... Как бы, да, скорость начальная не очень большая, но с разгонщика, возможно, этот кусок кирпича полетит неплохо. Поэтому смотрим. Кусок кирпича. Да, 200 есть, 230, 240, 240, и все, и падает, 230, 220, да, ну, по-честному, 200 для Калины это очень хорошо, по-честному скажем, да, и 200 полет нормальный, 100 баллов взял, 200 баллов. Да, 200... Сколько? 250 баллов, слушай, взял, заработал. Нормально, я думал, он не долетит до 200. Ну, типа того. Так, давай пока, Пельмень, ты стартуй. Ты будешь нас вторым по счету, давай. Да, давай. Главное, береги свои колеса. Я помню, что они отлетали, береги, если не ошибаюсь. Береги колеса с молоду, да? Да. Я помню, что они были плохо закручены на СТО. Рейндж-роверы какие-то ненадежные на данном сервере. Есть такое, кстати, да. То они просто умирают, то разваливаются. О, все, ребят, колеса ушли. Я предупреждал. Давай еще раз и попробуй. Хуже Калины прыгнуть. Попробуй еще раз и аккуратненько давай как-нибудь. Сейчас. Пробуй аккуратненько как-нибудь. Просто потому что. Да, потому что можешь и после съезда газ нажимать, да, я так думаю. Реально прикольный СВР, но вот прикол с колесами, почему-то у него реально колеса отваливаются. То ли на СТО плохо закрутили, то ли еще что. Но вот сейчас вроде как колеса удержал. Нормально. Да, по-моему, они не то что отваливаются, они в разные стороны разъезжаются. Ну, подруливающие, да, типа колеса как будто бы активируются и все. Газпул, нормальная скорость, 260+. Ну, это раньше, он просто не приспособлен для таких скоростей. Он вообще не приспособлен для дрог, в принципе. Ну, 390 баллов взял, неплохо. Нет, чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило, да. Так, Антон, давай ты теперь стартуй на своем. А, я? Да, ты стартуй, я пойду последним. Ну, давай. Так, ну, у тебя, конечно... Дрифт, да, на дрифте поехали с кайфом. Сколько здесь цилиндров? 4 турбины, я вижу, у Дэвила стоит. Офигеть. Охрененная тачка. Антоха, держись, главное. Опять будешь сейчас просто 1500 баллов, отвечаю. Ну, полторы не будет, конечно, но... 500. Не могу держать. Пойдет. Нормально, все равно далеко. Нормально полетел, да. 700-800 даже будет. Давай, давай, финиш. А, в смысле? 800. Какой финиш? 880 баллов. Блин, можно было бы дальше, если бы я не стал влево-вправо вилять, пытаться выровнять. Ну, возможно, да. Ну, это и так неплохо, честно говоря, поэтому время для Панамеры, для горбатой, скажем так, поэтому замеряем ее. Она еще едет. Нет, все, Тоха, баллы мы записали уже, если что. Ну, окей, я побыстрее, чем Тор, побыстрее, чем Пельмень, но не быстрее, чем Антон. Теперь вопрос, что у нас в плане полета, в принципе, будет, поэтому полетели. 100, 200, 300, 400, 500 с чем-то, наверное, да. Нет, с кайфом.
500 и бамс, 560 баллов я зарабатываю, да. Неплохо, баллы мы заработали, новый раунд, новые тачки, пока обратно встанете, и мы меняем наши автомобили. Смотрим, кому что. О, что это? Мне опять Панамера. Остановись. Столько и поменялись, походу. А, серьезно? А у меня опять Панамера, только другая Панамера, ребят, новая. Я ее возьму. Ну, как и вариант, что, мне это нельзя, машины уже реальные. Да, Рено Логан черного цвета 20 века, Порш Панамера. Девил у пельменя, как у Тохи, только другой. Ну, окей, посмотрим. У меня Панамера, блин, не знаю, но опять-таки, ну, Тарту пока не везет, откровенно скажем. Бэха. А у Тохи чё? Да, Бэха двойка. Давай, Торт, стартуй на своем Рено Логан. И мазвучок. Давай, 1500 делаешь. Полетел. Тупо. Стоит 4-2-1, отвечаю. Паук, 4-2-1. Давай, 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 нормально. Слушайте, ну едет. Вот, во всяком случае, мне кажется, Логан будет быстрее, чем Калина. У Калины было 200 ровно на прыжке, если не ошибаюсь. Фары спереди какие-то странные, как будто там просто какую-то картинку шикарную приклеили. Реально, да, как будто бы, да. Слушай, ну скорость опять-таки падает, конечно. А, не, норм, держишь вроде как, да, или падает? Не, падает. Но быстрее на 20-30 километров, чем Калина. Но окей, полет нормальный, 300 баллов будет, да, наверное, все-таки. Да, 300, ровно 300 баллов ты в итоге и взял. Окейушки, давай, пельмень, стартуй пока ты на своем Devil 16. Ну, у Тохи скорость была 500, вроде бы 60. Что будет у тебя, смотрим. 400. Сейчас увидим. Я на прыжке 600. 500, разогнал. Да. 570 полет. Воу-воу-воу-воу. Это будет дальше, чем Тоха. Да-да-да. Хотя подожди, не. Я цепанул. Немного. Не врежешься сейчас! Ровно, ровно 900. Это, ребята, очень хорошие показатели. Так, Антон, давай на своем 2. Уехал. Да я следил через шифце. А, понял. Давай, Антоха, погнал. Нормально. Сейчас с кайфом доедем. Нормально, нормально. Конечно. Тысяча будет, да? Тысяча будет, да. Если не будет тысячи, на карту мне 1000 скинь. У меня столько нет. Ну ладно. Ну 320. Отсечка, все просто. Отсечка словилась у М2. Ну окей, уж это... она легкая? Ну, торта ты обгонишь, конечно. Торта-то, да, в любом случае. И как так? А вот пельменя нет. И в итоге 470 баллов, да, взял. Все, ну, ладно. Почти-почти залетел. 470, да. Ладно, время для моей Панамеры. Панамера два раза, да? А, мне она ломаная почему-то. Я поеду еще раз. Так, давай-давай-давай-давай. Смотрим, ребят, замеряем скорость. 200. 250. 300. Но так же, как, наверное, М2 примерно по скорости. Она даже уперлась в отсечку, хотя прошлая Панамера не упиралась в отсечку. Поэтому, ну да, новые технологии просто заглушили тачку. В итоге я полетел, обгоняю Торта. А Туху обгоню? Интересно, или так же? Да, наверное. Чуть-чуть обгоню, да. Да, и в итоге это 580 баллов. На 10 баллов рядышком. Больше. Да, рядышком максимально. Ладно, новый раунд, новые тачки. Пока грузим новые автомобили, смотрим, кому что достанется. РСК 5 мне выпала. Так-так-так. Тек-тек-тек. О, ГЛЕ, да. Либо же МЛК, в принципе, одно из двух. Одно другому не мешает, как говорится. Пельмек, давай на этом. Ну, Бимкины пожелания можно оставлять, но, разумеется, как бы это реактивные тачки. Эти вот обычные смысла оставлять вообще нет никакого. Так, что там у Тошика? Антон ГТР загружает себе... Это банан? СЛ-500. Не, не совсем, это цель. Так, давай. Торт, будешь первый. И, наконец, вся машина более-менее выпала. Да, чуть получше. Получше, да, чуть-чуть, да, вот именно, поэтому. Давай, молодой, стартуй, Газпол, давай, Торт. Я уже больше еду. Уже больше, чем на Приоре, да, ой, чем на Калине и на Логане. Ну, нормально, нормально, 340 едет. Хорошая, ребят, скорость, очень хорошая скорость. Скорость, конечно, падает, но пошел полет, давай, 100, 200. Берешь 300, берешь 400. А ровно, видимо, 400 с копеечками. 420 обратно упал. 20. Не в ту сторону, да. Так, Антон,
Ты где там? А, в смысле, я так понимаю. Да, это понятно. Разгон от 0 до 100 за минуту. Охренеть, какой медлительный пикап Toyota. Про... как... как он называется? Даже по-моему, побыстрее был. iForce Max какой-то, не знаю, что это такое. iPhone Max? iPhone Max, да. Ну, мне кажется, что на прыжке, возможно, даже Калина будет быстрее, чем ты. Хотя... Нет, нифига. Не, нормальная, нормальная скорость, думал, прям упадет. Она, конечно, падает, но... Ну, наверное, как Логан, да, в итоге полетел. В итоге 300 баллов берешь и 310 баллов взял, да, все. Так, время для Антона. Антон ГТР и Антоша... Это Антоша АМГ. Это Антоша АМГ, не путайте, кстати говоря. Может, Мерседес. Комбо АМГ ГТР. Нормально. Ну, это какой-то транслюкатор уже получается. Да, на самом деле, скорость прям-таки, скажем, не самая. Ну, хотя... Ну, пойдет, пойдет. Вопрос, обгонишь ты пикап, мне это просто не, вот интересно. Это не 120 хотя бы. Мне кажется, пикап по скорости была больше, чем у тебя сейчас. Нет, такая же. Даже чуть побольше у Тохи. Да, ну чуть-чуть, да, 300... В пельмеху, чуть-чуть. Почти. 320, на 10 баллов всего лишь больше, да. У рыбки плавают. Так, время для... Куда-то я респанулся, подожди пока. Пока не спеши, братуха. Так, я поехал на РСК 5, смотрим, что получится. Чисто, ребят, знакомый, чисто вот салон моей машины сейчас в реальной жизни, отвечаю, просто один в один. Так, сейчас смотрим. Ну, куда я посмотрю? Да, посмотри. Ну, опять-таки, скорость не самая догнать большая. Пытаюсь. Догнать пытаюсь. Догнать пытаешься. Да-да. А, вот, что-то увидел, что-то увидел. Что-то заснял, заснял, да, заснял. 310 всего лишь я погнал. Обгоню, конечно, я торт... Не, от торта не знаю. Торт улетел. Сколько там было у тебя баллов? У меня 470. Дальше, да? У торта было... У торта 1200 было. Нет, там нет. 410-420 у меня было. Ой. А, ну ладно, хорошо. Ладненько, новый раунд, новые тачки, пока грузим. Загружайте пока себе машина. Ема, чё мне загрузилось? Ты кто? Чё? Ты что это такое? Что такое? Это иди, что за смотреть? Покемон? Это Перфомакс Турбо какой-то. Это Драгстер. Это Уракан Перфоманте Драгстер. Ема! Ну, оборотом уже плохо. Так, кому что выпало, смотрим. Значит, AMG GT V8 Biturbo, Porsche. И пока ты грузишься. Да ну ладно, ждем, пока машину еще применим. А у пельмени в итоге это Porsche. Я понял, две Porsche, Lambo и Merc. Все быстрые тачки, давай пока будешь первый. Торт, газуй, смотрим мы за AMG GT. Ой, так это еще... Это еще и Brabus 900. О, нифига себе, слушайте. Тачка прикольная, скорость смотрим пока, ребята. Максимальную скорость в комментариях каждой машины пока пишите. А, так, 300 вроде 70 было. Дальше идет. 380 тоже, да, пошел. 385, и полет, отлично, слушайте, неплохо. Да, но это лишнее, в принципе, да, ну, в этом случае. Не понадобится, да. Ну да, да. И 600... А, 590 обратно, обратно как будто бы отъехал, 590. Да. Так, давай пока, пельмень, ты стартуй на своем Porsche тоже, да, как говорится, Turbo GT, Porsche, Cayenne, Turbo GT, нормально, слушай, такая тачка. А, скорость... Полтора все дела. Ну да, турбо дует, как говорится. Слушайте, ну прикольненький такой салончик у Панамер, у Каенчика, да. Скорость такая же примерно, но чуть ниже, чем у Торта. Да, есть такое, поэтому пошел полет, все колеса лопнули. Он тоже хорошо поехал. Какая-то текстура, да, странная, что это такое? Непонятно. И максимально и близко к торту, но торт подальше. И в итоге это 500... сколько это? 560, да. И время для Тохи. Антон, давай, матыч в деревне. Да, стоишь. Ты где? Отремонтируйся, Антон. Я в лесу. Давай, давай, лесной болван, давай, стартуй. За грибами пошел. В смысле? Ну, знаешь, такой, я лес. Лесной болван. Лесной болван, знаешь, такой, типа, я Форест Гамп. Перевод этот машинный. Лесу тяжело ровно держать. Давай, да, держи. Ема, а тебя какой-то необычный. Ема дует, офигеть, 2 бара и скорость 400. У меня передок взлетел. Это что за скорость? Охренеть. 400 плюс. И полет. Взлет. Ема, просто, ребята, полет. Нормально, но нормально. Но я такая... недалеко еще, он 700 плюс. Нормально, все равно. Ты что?
не будет 690, да. Теперь, ребята, время для вот этого. Я не знаю, что это такое. Да, так, конфигурация. Ладно, курса врубаю. Сзади немного обрубили, по-моему. Видимо, чтобы не перегрелся пластик. Не расплавился. Ёпта. Как это рулить? Как рулить? Как рулить? Попробуй, держи. Давай, нифига, давай, давай. 400 идет. 5, и все, 9, максималка. 5,9, 5,8, да, 450 максималка, ребята. Фига, и полет. Я догнать не могу даже через камеру свободную. Ну, как будто бы я плохо полетел, потому что аэродинамика фуфло, ребята. Да. Аэродинамика фуфло. К торту. 600. Ну, ровно 600. А, я дальше? Ты дальше, да. Прикинь. Аэродинамика оказалась плохая. Ну ладно, я думал, это жесткая тачка оказалась такая. Ну не очень. Окей, меняем машины, смотрим, кому что. Да. Да, у вас еще одни и те же машины выпадают, я не понимаю. Porsche то же самое у торта сейчас. Давай, Тор, стартуй, пока ты. Мы с тобой наблюдаем. Давай, Газпол, последний раунд, ребят, у нас прямо здесь и прямо сейчас. Давай, теперь ты попробуй, держи. Ну, я думаю, что у торта получится. Ну, нормально, нормально. Поехал, поехал, нормально. Видимо, будет 400 плюс тоже, да? Да, 400 mm-hmm. есть. Ну, такая же скорость, как у Антона в прошлом раунде. Да, да. И в итоге полет пошел. Полетел. Полет неплохой. И приземление на 600, наверное, 90 будет примерно, скорее всего. Или же... Ой, машину-то раскрой. 680. 670. Да, 670, да. Так, давай пока стартуй пелемеха на своем драгстере СРТ пикапе. Реально очень. Ой. Кто его таким создал и зачем? Как будто бы тяжеловато, да, идет? Ну да, что-то есть. Ну, он, конечно, дует, масл кар, все дела, но, ребята, тяжело. 300 плюс есть, но не самые великие скорости, честно скажем. 320, да, и полет. Пошел полет. Он тяжелый был. И 400, видимо, баллов. 400 или 500 даже зарабатываешь. 490, да. 490. Так, давай, Тоха. Воткнулся. Стартуй. Где колеса? А что с тобой? Почему нет только колеса? По-моему, твои колеса выпали. Где-то вот. У меня его машина, в принципе, вся сзади стоит, судя по карте. А, серьезно? Я только перед летит, да. Это быстрее. Это быстрее. 600. Это быстрее. Охренеть, Антон, ты что творишь? Фига, я улетел. А где я? А куда я? 1100. Охренеть. 1140. Я разорвало. Жесть. Ладно, время для Сиана, пацаны, поехали. Не, у меня там реально Атохи, вот только перед. Ну, а у меня не все. Было всей левой части. Вот такой, да, прикол. Да, да, у меня тоже не было левой части. Так, ну Сианщик, ну, чё-то максималка такая себе опять. Ну да. Я чуть-чуть не долетел до финиша. Реально? До максималки, да, 1500 там, а у меня 1100. И погнали, окей. Ну, смотрите, на самом деле я хоть полетел неплохо, но это рта не обгоняю, пельмени буквально чуть-чуть обгоняю, и в итоге 500, да, да. 550 я зарабатываю, да. Ребят, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.